Волокжанка Кристина Ермолинская, сыгравшая на церемонии открытия Олимпийских игр роль девочки Любы и покорившая своим выступлением сердца миллионов телезрителей, рассказала Деду Морозу о своих самых сокровенных желаниях. А правда, что все дети и взрослые тоже очень-очень любят мечтать. Это правда? А ты любишь? А что бы ты думала бы сделать? И какая у тебя есть мечта заветная? Что? Лыжи хочу. Вот желание у ребенка. А вот если бы ты на минутку стала волшебницей, я бы тебе бы отдал свой волшебный посох. Держи давай. Что бы ты загадала? Чтобы мир был в мире. Правильно. И моя мечта тоже такая же. Прийти к зимнему волшебнику Кристина смогла только сегодня, 20 февраля. У нашей юной гимнастки сейчас очень плотный график, ведь организаторы пригласили ее принять участие и в церемонии закрытия Олимпиады. На прощание зимний волшебник пригласил Кристину вместе с мамой к себе на вотчину Великий Устюг, отчего семья Ермолинских была в полном восторге. Все же, какой же Дед Мороз без подарка, правда? А может, у меня останешься?